Меня зовут Данил Володин, мне 13 лет. Я люблю заниматься радиотехникой, ну и в основном гулять. Ну, там паяю, там чиню что-нибудь. Наушники делал, ну, сделал. Вот, там гирлянду еще сделаю. Ну, самый мой любимый фильм – это «Дальнобойщики». Фильм классный, там, про двух людей, как они это, путешествовали, там, какие-то попадали в неприятности. Ну, много там чего. Мы ездили в Сочи только, и все. В Сочи мне понравилось. Ну, ящерицы они прикольные. Зеленые тут тонкие. Вот. Море соленое. Медузу ловил. Когда я вырасту, я вот хочу стать дальнобойщиком, потому что мне нравится ездить по городам. Вот. Идеальная семья – это здесь мама, папа. И они должны быть хорошими и добрыми.